Всем привет, ребята! Сегодня я покажу дом, там, где мы живем. Здесь у нас очень большой комод и столовая. Вот тут ставим на ремеду. Не микроволновка, а стиральная машинка для этих... Посудомойка, точно. И микроволновка. Она здесь очень круто вставлена, так, в стену. Open. И вот. Вот так вот открывается. Можно вот так задвинуть, а можно нажать вот так вот close it. Спасибо. Холодильник. И место там, где мы кушаем. Цветочки. И диванчик. Пусть здраво. Спасибо. И люстра. Пульты от одного телевизора, несколько сразу пультов, не знаю, почему несколько. И сам диван. И два кресла. Так вот, здесь у нас цветочки и слоненок. Это камин, он включается, когда холодно. Настоящий, ну там дрова не горят, электрический, но он греет. Да. И лестница с картиной. Тут холодильник у нас. Пойдем еще покажем спальню. Угу. Холодильник для воды и переключатели. Также здесь у нас есть туалет. Я впервые вижу, что в туалете были такие оранжевые стены. Здесь вообще весь дом цветной, ведь здесь желтая комната. Здесь очень много картин и большая кровать. Холодильник полный вина. Да. И до самого низа. Полностью забит. Гардеробная, угу. Да? Да. И картина. И на второй этаж? Угу. Да. И добро пожаловать на второй этаж. Здесь у нас окно, которое показывает очень красивый вид. Что с утра, что вечером? Да. И вот тут сразу же у нас комнатка. Большая кровать опять же. И, странно, но... И большой шкафчик. И зеркало. Да, где-то пульт от... Где-то пульт от люстры. Ну, у нас есть маленький светильничек еще. Да. Скорее всего, это мусорный бак, потому что здесь такая вот пакетик. Так что вот. Ну, а мы переходим в другую комнату. Магически исчезаем в другую комнату. Так, здесь у нас стиральные машинки. Вот прям красота, красота. Прям такие большие. И вот такая комната. Самая большая комната из всех комнат. Обычно они в Америке называются мастер бедрум. Да, мастер бедрум. Здесь есть туалет. Ну, прям большой. Раковина. Вот здесь вторая раковина. Место, где красится. Все такое. Большая душевая. Ой, воткнулась. Ковричек и большая душевая. И вот тут сам туалет. Они именно в этой комнате могут настраивать температуру их комнаты. Так, также великолепный вид, да, из окошка? Угу. Закат тут будет очень хорошо видно. Да.
и водичку. Зеркальце. Ой. Подожди. Алло. Привет. Да, я тебе перезвоню через 5 минут, я видео записываю. Окей. Жизнь, когда у тебя друзья в другой стране и не знают, что у тебя есть канал, которым ты сейчас снимаешь видео. И нашу комнату вчера уже показывали, да? Так что нашу покажем. Комнату вчера уже показывали. Санузел. Поэтому... Да, здесь у нас тут уже голубые стены. Вау. Да, голубые стены. Тут тоже ванна. Это уже третий санузел в доме. Да, третий санузел полноценный. Тут нету у них отдельно туалетов. Да. У них в каждом санузле есть ванна. И в каждом санузле есть раковина и душ. Ну, а всё. Там вообще душ. Да, там душевая большая. Ну что, спасибо за просмотр. И всем пока-пока!